Решил мужик колодец почистить. Спустился в него, почистил, а вылезти не может. Позвал тещу, чтобы она ему веревочку спустила. А теща ему говорит: назовешь меня мамуля, я тебе веревочку спущу. А у мужика, как назло, язык не поворачивается. Развернулась теща и ушла. Мужик думал, думал, что делать. Вылез из этого колодца, все ногти посчесал, грязный, замерз. Бегом в избу, хватает ружье. И за тещей, теща увидела его, и бегом в кукурузное поле. Идет он за ней, крадется, разгребает кукурузу и говорит: мамуля, ты где?